Дорогие сочинцы, от всей души поздравляю вас с Днем города. В последнее время в жизни нашего любимого Сочи происходит множество масштабных событий, участниками которых становимся мы с вами. Именно День города является главным праздником нашего единства, который можно сравнить с семейным торжеством. Мы с вами одна семья, а Сочи – наш общий дом. Сочи – прекрасный город, и все мы желаем, чтобы он был поистине комфортным для проживания. Это зависит не только от городских властей, но и от каждого из вас. Именно мы с вами в ответе за то, каким Сочи достанется будущим поколениям. Нами уже достигнуты большие успехи. Мы живем в городе, который является предметом гордости для всей России. Сочи стал поистине международным туристическим центром. С начала года у нас отдохнули уже более 4,5 миллионов туристов. Ожидается насыщенный зимний сезон. Практически еженедельно в городе проходят крупные всероссийские и международные события. Спортивные, культурные, деловые. Динамично развивается и сам город. Только в этом году строится еще 3 детских сада. В ближайшее время мы планируем приступить к строительству 4 новых школ. Это является залогом стабильного, настоящего и уверенного будущего. Всего этого мы добились вместе. И вместе будем праздновать день рождения любимого Сочи. Уважаемые жители, с праздником вас! Здоровья и процветания каждой семье! С Днем города!